Кто-то поддавливает. Судачок. Судачок. Друзья мои, всем привет. Как известно, на судака приманок нужно много. Рыба очень привередливая. Она требует постоянных экспериментов, постоянной смены приманок и тому подобных вещей. Сегодня видео я хотел бы посвятить одной из лучших силиконовых приманок на судака. Это Kaytech Easy Shiner. А именно поделиться своим опытом по поводу лучших цветов. А именно топ-3 цвета на судака. Данные цвета, которые будут сегодня в ролике, то я покажу, ну и конечно же с пойманной рыбой. Это, то есть, те цвета, которые лучше всего показывают себя. На них чаще клюют экземпляры большего размера. И я думаю, что многие судачники со мной в этом согласятся. Но опять же, это мнение мое субъективное, по моему опыту нескольких лет вот, ловли судака. Никому я не навязываю это мнение. Но считаю, что данная информация может быть кому-то полезна, кто только начинает рыбачить на судака. Итак, поехали. Итак, третье место Easy Shiner меня занимает кислота. Ну куда же на судака без кислоты? Это одна из лучших приманок, я имею в виду кислотные приманки. Вот на судака очень он любит данный цвет. И у Kaytech, у Easy Shiner этот цвет называется Lime Chartreuse. Ну, а так это просто народе просто салатовая, да, то есть условно. Отлично ловит рыбу в любое время года по открытой воде. И, что еще немаловажно, хорошо показывает себя ночью. Данный цвет у Kaytech не совсем это классический салатовый. Тут есть какие-то вкрапления. У него низ, получается, приманки светлее. Он такой желтоватый. И куча разных блесток. Черные, зеленые, желтые. Блестка — это тоже важный атрибут приманки. Вот такая приманочка. Вот такого цвета занимает у меня место номер 3. Lime Chartreuse. Второе место. На втором месте этот цвет, который называется Mystic Spice. Это шикарнючий цвет на судака. От Mystic Spice это что-то... Она очень похожа на цвет локс, но не совсем локс. Больше она похожа на сиреневый цвет, то есть сиренька. Ну такая, то есть примесь. Она светится в ультрафиолете, вернее меняет цвет на солнце, она становится вообще сиреневой. Значит, обожает эту приманку судак. Также хорошо очень на данный цвет реагирует щука. Лучше всего у меня она показывает себя в солнечную погоду. Вот. Данный цвет Easy Shiner блестки. У него есть внутри тела так более углубленные красные блестки, а более снаружи туловища у него черные блестки. Не знаю, камера передаст или нет. Великолепный цвет на судака. У меня занимает второе место. Mystic Spice. И наконец первое место у меня занимает цвет, который называется Silver Shad. Easy Shiner цвет Silver Shad. Кто-то клюнул, ребята, на очередной точечке. Кто у нас там? Кто-то поддавливает. Судачок. Судачок. О, так неплохой судак. Чи-чи-чи-чи-чи. Плохо, блин, подмотал. Неплохой судачок. Ну, поклевка такая, вялая. Наконец-то. Наконец-то катался. И судак взял. О, вот такой кило плюс, ребята. Что сказать. На Kaytech. На Easy Shiner. Видите, еле-еле он. Смотрите, еле, блин, зацепился. Но поклевки не было. Он так хаванул ее. О, какой. Красавчик, красивый. Это классическая натуралка. Низ у нее полупрозрачный. Верх значит, приманки такой более коричневатый. Вся она в черных блестках. И есть вкрапление серебристых блесток.
Это приманка, которая у меня лично ловит наиболее крупных судаков, наиболее жадные поклевки. Также пролетает крупный окунь. Вот, поэтому эта приманка, именно Easy Shiner, у меня номер один. Кто-то поймался, ребята. Кто-то клюнул. Кто ж там клюнул у нас? Судак хороший. Хороший судачок. На кайтэч. Easy Shiner среагировал. Опа! Хороший судачочек, ребят. Тихо, 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 тихо. Сейчас я тебя сниму. Вот. Судачок. О, ребята, ну, наверное, кило с чем-то. Easy Shiner такой у натуралочки. И судак. О, хорош, красавчик. Лучше всего, то есть она начинает себя показывать, это когда уже вот август и осень. То есть начиная с августа и уже непосредственно до окончания сезона открытой воды. Ну и конечно же и в июне ловит, и в июле ловит, но вот лучше всего, когда уже водичка становится более прозрачная, это приманка вне конкуренции у меня по Easy Shiner. Поэтому вот такое вот. Silver Shed на первом месте у меня по судаку. Вот такие вот, ребята, силиконовые приманки. Вот такой мой топ. Я надеюсь, эта информация была кому-то полезна. Поэтому ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.